Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Андрей Таран и приветствую вас на своем канале. И вы знаете, друзья, не так давно я снимал такой видеоролик по поводу того, как жениться в Польше, как выйти замуж, то есть какие нужны документы для этого, как подготовить весь этот процесс. И вы знаете, в комментариях один человек мне задал достаточно интересный вопрос на тематику того, а легко ли найти в Польше вот девушку, да, вот для семейных отношений? В принципе, девушку красивую, симпатичную, легко ли это сделать? И вы знаете, когда мне задали этот вопрос, я задумался, что у меня действительно есть много чего сказать на эту тематику, да, у меня накопился некоторый опыт, именно в польский опыт, поэтому есть чем поделиться. Поэтому, друзья, если интересно, усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Поехали! Друзья, переводите деньги через TransferGo. Потому что это надежно, быстро и пользуюсь сам. Ссылка на бесплатный перевод в описании под видео. Ну что же, друзья, перед тем, как начать разбирать эту тематику, легко ли найти красивую, именно симпатичную девушку в Польше, хотел бы разбить это на две подкатегории, потому что здесь нужно рассмотреть это по двумя разными углами, как это я определяю для себя. И первое, о чем мы поговорим, это именно поиск девушки. И вы знаете, друзья, одним из моих первейших видео на YouTube было на тематику того, а кто красивее, украинки или польки, да? В этом видео я сравнивал разные аспекты, как красоту, так и ум, так и знания разных аспектов, также и их желание идти на контакт с незнакомцем. И вы знаете, по итогу этого видео я не пришел к одному какому-то знаменателю, потому что у одних есть что-то более превышающее, у других есть что-то другое более превышающее. Но сейчас мы с вами поговорим, легко ли найти симпатичную девушку. Вы знаете, в 2017 году я в Польше практически целое лето, у меня была вот такая работа, и целое лето у меня было после работы много свободного времени. Я жил не сам, мы приехали туда с друзьями, и поэтому было достаточно интересно и весело. Мы часто выходили в центр города, это был город Познань. Это очень такой, знаете, туристический, так сказать, город, потому что он недалеко от вот этой всей другой части Европы. Туда приезжают люди с Германии, с Франции, с разных других стран, поэтому достаточно такой туристический город. Он достаточно... Есть такие старые места, которые туристам интересно посмотреть. Поэтому, когда ты приходишь в старый город, там такой большой поток людей, и интересно общаться. И вы знаете, так как мой английский язык, он был на достаточно хорошем уровне, он есть, то, конечно же, я знакомился на английском языке. Это было намного проще, чем на польском. То есть на польском я тоже иногда переходил, когда уже диалог куда-то заходил. Если девушка что-то не понимает, я уже мог переключиться на польский. Но, по сути, я инициировал диалог на английском. В принципе, это легко. То есть девушки легко идут на контакт, им очень интересно, да, они очень общительные, они хорошо знают действительно английский язык, это не просто какие-то там слова, вот такие стандартные школы, они действительно хорошо знают язык, и это очень интересно общаться. Но, хочу сказать одно большое но, с чем я столкнулся в принципе не раз, это такой нечастный случай, это больше была какая-то небольшая такая закономерность, то есть... Я общался по-английски, то есть они, конечно же, не могли представить, что я из Украины, и, соответственно, наш диалог по-любому заходил в то русло, где она спрашивала, девушка, а ты откуда? И мне запомнился один такой очень интересный пример, я часто его так в шутку привожу, там, не знаю, друзьям, знакомым, вот так просто такой, как шутка для меня. Она спрашивает, ты откуда? Я говорю, угадай. Она говорит, из Германии. Я говорю, нет, неправильно. Из соседней другой стороны, в другом направлении. Она такая думает, говорит, из России. Я говорю, нет, не из России. Я говорю, вот Польша, вот Россия, а вот посередине что? Она такая, из Украины. Ну, то есть, что показывает? Показывает вот этот вот наглядный пример. Это был один из таких примеров. Они иногда повторялись, да. Но по итогу, после того, как ты говоришь, что ты из Украины, то я чувствовал, что вот эта вот энергия, она немножко, знаете, ослабевает, она идет вниз. И с чем это связано? Конечно, это связано с тем, что в какой-то степени украинцы позиционировали себя, ну, с той точки зрения, то есть у поляков выработался стереотип того, что, ну, украинцы приезжают, да, в основной массе, то есть они приезжают на работу, они как бы приезжают к ним, по сути, работать. Ну, такой вот стереотип, не хочу сейчас долго в этом размышлять, потому что не каждый человек поймет вот эти мысли, пока он не побывает в Польше, но у поляков сложилось некоторые стереотип по поводу украинцев,
И девушкам, конечно же, им интереснее общаться с людьми из других стран, откуда, из высших стран, чтобы вдруг их забрали, по сути, туда, то есть в Германию или еще куда-то, в Англию или еще куда-то найти кого-то мужа из-за границы. Поэтому, в принципе, симпатичную девушку найти несложно, да, есть девчонки, которые идут на контакт очень хорошо, да, то есть даже после того, как ты говоришь, что ты из Украины, она все равно говорит, вау, круто, прикольно, да, там вы общаетесь, интересный и диалог. Но наша тематика, легко ли найти симпатичную девушку, да, красивую девушку именно в Польше. По поводу этого могу сказать одно из своих субъективных мнений, также мнение, подкрепленное людьми, с которыми я за последнее время очень часто общался, когда был в Польше, именно с поляками. Да, вот лично мое мнение, что в Украине, конечно же, намного больше симпатичных девушек, то есть красивых, визуально красивых. Даже мы не говорим про аспект, как они ухаживают за собой, просто вот визуально какие-то генетические качества намного более приятные, конечно же, для украинских девушек. Но кто-то скажет, это потому что мы привыкли к украинским девушкам, поляки привыкли к полячкам. Как бы это возможно так, но это не так. Я вот общался с разными людьми, как и с рабочими, так и в какой-то степени и с бизнесменами, людьми, которые были в разных странах, да, там по Европе. Вот недавно общался, когда мы брали интервью у одного человека, который занимает, у него бизнес, он продает трейлеры, то есть он жил и в Англии, долгое время был в Германии, был в разных странах, и такой вот интересный пример, он говорит, что, ну вот спросили, как там вообще с девушками, там нашел себе там жену, он говорит, там все типа бечки, бечки по-польски, ну как бочки, то есть такие плотные такие девушки, да, то есть несимпатичные дальше в Европе. По поводу Польши тоже говорит, что украинки намного красивее, чем польки, поэтому он ищет себе именно девушку с Украины, чем с Польши, потому что, например, другой мужчина рассказывал, говорит, что польки, они все ленивые, да, вот он работал на заводе, и он рассказывал, что вот они женились, да, там завели ребенка, и все, она больше ничего не хочет делать, она просто сидит дома, а он просто там работает по 10 часов, а она ничего не хочет делать, он говорит, эти польки, они вообще ленивые, ничего не хотят делать, поэтому украинки в этом аспекте, они, конечно же, выигрывают. Но к чему я веду, наша тематика, как найти симпатичную девушку. То есть, по сути, не так много симпатичных девушек. Вот если взять из 10 девушек, то количество симпатичных будет в разы меньше, чем в Украине. Также хочу сказать по поводу Европы. Да, возможно, у кого-то есть стереотип, что в Европе тоже красивые девушки. Был я в Амстердаме этим летом, и наш экскурсовод, который там живет, она рассказывала, что если по улице идет какая-то симпатичная девушка, то они, местные жители, сразу понимают, что это не местная, да, то есть такое, как шутка, да, что это не местная, потому что местные голландки, да, они как коровы. Вот она как-то сказала, вот если девушка красивее, чем корова, значит, она не местная жительница. Это были дословные слова. То есть я не хочу никого оскорбить. Это дословные слова, это как шутка. Но, в принципе, в какой-то степени она характеризует европейскую внешность. Она объяснила это тем, что в древние времена, конечно же, сжигали, убивали самых красивых девушек. То есть это был всем известный факт, как ведьм. Поэтому оставались только вот такие вот девушки, менее симпатичные, я бы так сказал. Поэтому это еще один аспект того, что в Европе в какой-то степени сложнее найти симпатичную девушку. Да, в Польше есть симпатичные девушки, но их меньше, поэтому конкуренция на них больше. Да, то есть, потому что их меньше, на них конкуренция больше, и ее сложнее заполучить. Это первое, их мало. Это мы подходим немножко к заключению видео, что их мало. И, по сути, то, что человек приехал на заработки в эту страну, это еще усложняет ситуацию, потому что сложился некий стереотип того, что вот украинцы – это украинцы. Да. То есть вот такая вот небольшой стереотип. Возможно, со временем он выровняется, когда украинцы немножко поднимут, да, вот, уровень до польского, я имею в виду языковой, да, то есть они будут общаться на русском, на украинском, а будут по-польски общаться, то есть они уже обживутся там и будут больше чувствовать себя как местные жители, обживутся своим жильем, а не на съемных квартирах по 10 человек. И, по сути,
через время, конечно же, это все выровняется и все перемешается, и будет круто. Но на данный момент могу сказать, что симпатичную, прям суперсимпатичную, чтобы быстро найти, каждому найти, это сложнее, чем в Украине. Да? То есть это все реально. Чем в большее количество дверей вы стучите, тем, конечно же, большее количество дверей откроется. Но если вы просто хотите сидеть и ждать, что какая-то симпатичная девушка зайдет вам в дом, не знаю, сама постучит, то, конечно же, этого не будет в принципе, как и везде. Ну что же, друзья, надеюсь, вы сделали какие-то выводы из этого видео, да, то есть я не хотел, конечно же, не подразумевал не оскорбить никого, это чисто мое субъективное мнение, которое подкреплено мнениями, не знаю, десятка других людей, поляков, которые, с которыми я общался за это время. Поэтому, ну, как бы, это объективные факты, и, ну, как бы, кто хочет, может оставить какое-то свое мнение внизу в комментариях под видео, что он считает по этому поводу. Легко ли найти, сложно ли найти. Я думаю, будет интересно прочитать не только мне, возможно, я поменяю какие-то свои представления, возможно, конечно, изменю свою точку зрения, и также зрители смогут, так сказать, прочитать вашу точку зрения, узнать ее, и это будет круто. Возможно, если будет что-то действительно крутое, то можно будет снять еще одно видео на вот такую вот тематику с другими углами, под другим углом посмотреть на эту ситуацию. Ну что же, друзья, на этом у меня все. Как всегда, внизу в описании под видео много интересных ссылок, которые могут быть вам полезными. Спасибо за просмотр и до встречи на следующих видео. Всем пока!